я в автобусе, прогревал. Потом зашел охранник, говорит, иди поговорим, ну, до ворот. И то у нас тяжело ворота открываются, мы помогли ему ворота. Серега подошел, то, что лежит сейчас, груз 200, как говорится. Мы открыли ворота, только открыли ворота. И здесь, ну, хлопок, взрыв такой, что меня откинуло за ворота туда. Извини, а как подписать сотрудника СК? В настоящее время сотрудниками Следственного комитета Российской Федерации производится фиксация последствий ракетного удара со стороны вооруженных формирований Украины по зданию АТП в городе Волновахи. На месте происшествия обнаружены поражающие элементы от предположительно системы иностранного вооружения, реактивной системы залпового огня «Хаммерс». Более точная информация будет установлена уже после проведения всех необходимых экспертиз. Будем трудиться, да? Да!